되게 열심히 준비하신 것 같은데요. 하루에 연습 얼마나 하시는지 궁금하네요. Видно, что вы очень старались. Скажите, пожалуйста, сколько в день вы репетировали? Сколько времени в день вы репетировали? Ну, дело в том, что часто нам сложно собраться всем вместе днем, поэтому мы репетируем ночью. Полностью. Они 4 или 5 ночей прокляли вместе. Давайте поаплодируем.
보니까 제가 놀랬던 게 이 큰 동작이 큰 동작을 했을 때 다 같이 맞는 부분보다 그냥 작은 동작을 했을 때 그 느낌이 너무 팀들이 다 잘 맞아서 팀워크가 되게 좋은 팀인 것 같아요. Конечно, было очень здорово то, что у ваши крупные какие-то движения прям точно-точно совпадали, но также у вас потрясающий тимворк и совпадали ваши величайшие движения, это было очень здорово. Молодцы! И еще раз, это капслок! Спасибо! Еще одна питерская команда, которая далеко...